Эй, всем привет! С вами опять Лера Никитина. У меня новость, да. Как вы видите, тут коробка стоит. Это да. Это очень распаковка это. Да, коробка такая вот. Коробочка. Вот это вот. И это Rarity. Да. Тут у нее такой вот. Ну, для 5 лет это. Тут волосы какие-то всякие. Ну, что, Hasbro. My Little Pony Crazy Girls. Дальше тут у нее такая вот. От радуги я выкинула уже. Только что. Тут у нее сама поняша. И ее имя. Вот. На углу ее такой вот фотопортрет, сказать. И тут у нее страна в полный рост. И все другие 5 поняшек. Давайте, ну, тут сайт. И опять ее имя. Тут написано вот «Волшебное зеркало соединяет мир My Little Pony с Control High». Ну, то есть Monster High и Control High. Ну, я поняла, в чем разница. Ну, она вот шарнирная. Вот она полностью шарнирная. И в коленях, и в, ну, и в ногах. Мне не нравятся эти дырки в фоне. Может, фон выкину? Ну, хотя оставлю я фон. У меня от радуги. Я сейчас покажу от радуги, какой фон. От радуги у меня такой вот фончик взялся. Я тут тоже просто телефон. Такой вот. Радуга. Ну, она у меня не шарнирная. Может, они подружки? Вот, ну, сейчас юбка радуги на этой поняшке. Большой. Вот. И там остальные пони. С маской пинки. И с какой пинки проверки. О, вот. На сапожки такие маленькие. О, я забыла ножницы. Мама, ножницы, мам. Сейчас мама принесет мне ножницы, потому что я не могу... У меня тут полотен. А, не забудь. Сейчас я только фон уберу. Туда вот. Ну, я на кровати снимаю, тут мало места, туда переброшу коробку. Ну, как вы видите, тут не будет. Некоторые тут... Уже вот, ну, я сфотографировала Rarity, вот в сообщениях отправила. Ну вот, Rarity. Вот. И давайте ее откроем. Так, ну, я не буду тут пока. Я вам все покажу. Лучше я тут, ну да, на полу легче. Ножницы, чем мне открыть. Ну и пока дойду. Вот. Давайте. Тут с дырком, но это хорошо. Так. Еще лучше внимается. Сейчас. Вот наша коробка. Делайте. Ну давайте вынем ее саму. Бедняжка. Давай, вылезай. Милаша. Так. Вот. Другой ручкой. Она старинная? Да, конечно, Лёва. Просто Лёва, я спрятала. Тут резинки еще. Я думала, нет, там резинок.
кстати, скотча нету. Хвостик там. Маленькую кнопку. У ней две подшапки. Придется отрезать эту резинку, у меня и так их много очень. Тесеночек. Вот рарики. Мне еще на шее тут. Что там? Сапог. Может, и другой снимем? Нет, это сапог упал, то и упал. Я, кстати, вот люблю такие. Ой, как классный. Такие вот головоломки. Да, такие. Да, давайте. А, нет, еще тут. Давайте сапог опять напялим. Ну, как вы видели, уже и у радуги. Такая вот. Вот я одела, кажется. Дурики. Мне что-то вот такой вот шарнир руки. Вот этот вот шарнир руки мне не нравится. Хасбро так закрутили, что. Переведено и озвучено компанией «Эзианизия» по заказу телеканала «Гури». Оля, заборола мои ноги. Так, я не могу с этим разобраться. Вот. Там вот у меня тут платье помято. Да. Мне ее подарили такую вот куколку. Помятым платьем доложили. Да. Гули представляет Джо, Эмми, Макса, Дилана и Тимми. Каждый из них обладает особыми навыками. Ну, кажется, все. Давайте. И они ни дня не могут прожить без приключений. Так. Коля, помоги! Нет. Великолепная пятерка. Каждый день в 7:15 и в 19:30. На Гули. Потрогайте. Так. Они вместе дома. Вот такие у них гладкие волосы. Да, и этот хвост. И потом решили. Да, спокойно. Да, куколку нашу оставим. Сюда вот. Вот дальше у нас. Мам! А кто это тут? Мам, давайте уже сумочку достанем.
Хочешь? Да. Так, ну. Разумеете. Резинки не нужны. Так, вот такая вот модная сумочка для родителей. Вот, для родителей. Давай, садись уже. Дальше гребешок. Я давно ее хочу причесывать. Ну вот и врезался. Так, давайте ободок сейчас достанем. Вот наш ободочек истории. Давайте вот померим на куклу нашу. Сумочку с тюкнутой. Потише! Алин, Лёв, ты больше снимай. Сейчас она доделает, и уйдет. Утрарите заботочку. Вот. Ну, я пока... Ладно, поплачку. Сюда. Ну, я пока ее сюда подсажу. На коробку. Сумочку. Для Поньки подойдет. Вот наш гребешочек. Ну, потом тебе чешу. Так, теперь мы достанем вот этот хвостик. Такой. Вот такой вот хвостик достанем. Вот этот хвостик. Ну, можно на кошку, у меня живет кошка. Думаю, она оценит. Сейчас. Ай! Ну, такой вот вообще хвостик. Красивый. Для Рарити. Все для Рарити. Для Рарити все. Следующий аксессуар, это у нас платьице такого здесь. Платье вообще ни на чем не закреплено. Водичка, мам! Ой, вот платьице. Вот. Ну, оно из такой вот... Тянущаяся в ткани. Я не знаю, я переодену ее. И сапожечки. Так. Вот. Такие вот модные сапожки. Я не отказалась от них бы. Никогда. Вот еще вот. У меня тут. Так.
секрет. А, еще такие вот набор наклеечек. Подклеивать куда-то. Он помялся уже. Ну да. Вот. Значит, у нас подколки. И с их эквестрийскими воплощениями. Вот. Давайте же переоденем нашу рарити. Вот так снимка. Ну, я ее так оставлю, но тут провезет для крылышек. Сейчас я куда крылышко не оправлю. Радуга, кажется, в пакете улично. Нет, нет, не радуга. Сейчас я... Вот такая вот. Давайте ей померяем вот сумочку. Сумочку померяем. Давайте. Вот сумочка. Она, кстати, стоит. Ну, кажется, вот. Ну, давайте ее переоденем. Еще столько. Сумочку сниму. Не знаю. Ну, она тут совсем не голая. Она тут в маечке, даже склад такой есть, да. Вот такая вот. Сейчас. Вот я просто... Можно было бы босиком бегать. А, наконец. Вот, давайте, пока я платье одену. Может, не получится или получится. Я не знаю. Так. Давай рарить. Так, ой, нет, нет, я что-то неправильно одела. Просто оно очень тугое. И не особенно люблю узкие платья. Может, рарити любит. Тут, тут какая-то резинка осталась. Теперь на руки одеваем. Что-то у меня получается. Ой, какая маленькая пластинка. А, давили. Просто Люриска стала. Нужный вариант рарити появился уже. Это заря новой эпохи. И хотя мое королевство расширится, вы останетесь моей свитой. Кроме тебя, пластмассовая ручонка, ты меня бесишь. Что это? Это король пес. Он нападает. Ну, кажется, вот мне очень туго было.
такой красивенький он. Ветку. Давайте я ему одни сапожки одену. Вам покажу, эти красивые. Да, давайте я ободорку и хвост этот оденем. Так, я зубами открыла, ну просто мне так легче. Я знаю уже, для чего этот хвостик. Надо причесать ее, а то она в упаковке сидела. Вам! 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 Потише! Вам! Ты так специально, что ли? Так. Александр Погребняк, Матвей Николаев, подождите меня пока. Марина Латёнова и Андрей Ильич. Перевод Максима Ильина. Звукорежиссёры Геннадий Алексеев и Феликс Трискунов. Режиссёр дубляжа Олег Голоко. Производство русской версии Рарити. Ну опять лохматая. Ну что за рарити? Смотрите, какая у вас была. Рарити, у тебя опять рука. Моя мармеладка. Никак не откусить. Так. Сочек. Вот сейчас у нас сончик тут. Давайте ей ободок наденем. И вот у Рарики тут, ну, парик. Да, парик у нее тут. Да, но белая кожа очень мило подходит к такому вот фиолетку. Ну, да. Тут просто у нас мультики идут. Только не слушайте, ладно? А, ну что этот ободок уже не надевает? Детский вот. Вот. Рарити уже пути растянулись. Но потом я причешу ее. Вот такая вот Рарити получилась. Всем пока! Пока-пока! Вам было лирненько?